Всем привет, дорогие друзья, меня зовут Шири, и сегодня мы играем игру под названием «Хороший остров». Хороший остров. Что-то мне подсказывает, что эта игра немного с наркоманией. Не буду себя томить, начнем. Погнали. Так, ну что, мы загрузились, и, блин, музыка мне нравится. Слышите вы ее, но это вообще прикольно. Так, смотрите, оба пола нету, да? Что-то мне подсказывает поворот, перемещение. А, вот. Атака. Так, давайте енотов. О, или кто это такие? Гиена. Давайте, гиена. Ты чё, иди сюда, слушай. Давай. Тон. Блин, а как я этого-то мочу? Я жирафу еще заодно зафигарил. Так, все, гиена первого уровня. Так, слышь, ты беги, блин, то что с управлением, блин, господи. Так, давай сейчас мы, если мы так гиен фигарим. Вон, второй уровень гиен уже здесь. В здании. Батя, в здании. Где здесь вход? Опа, бочком. Опа. Человек? Это разве человек? What the fuck? Это что за люди сейчас были? Так, нельзя, короче, нарываться тогда, получается. Тихо. Тихо, не урчи. Так, тихо. Я не буду драться. Да, горилла, как... Давай, горилла, убивай. Чё за горилла? О, чувак. Да вы слышь? Тут вообще дальше этого. Тихо. Такой медленно идет, бежит. Бежим отсюда. Ты у меня горилла сейчас. Просто начинаешь бить гориллу, и приходят чё эти... Кто... По борьбе защиты животных или чего они там, я не знаю. Они тоже на животных похожи, а не на людей. Жираф, ты что тут делаешь? Так, мне нельзя тебя бить вообще. Мне подсказывают, что меня сейчас накидает просто. Слышь, горилла, иди в жопу. Как приходят два чувака, и меня просто нагибают. Это вообще что за бред? Как так вообще? Опять они бегут, слышь. Эй, вы, Вася! Ух ты, горилла с ними. Бежим. Слышь вы, где у вас голова? Вообще, слышь. Да они вообще не отстают. Вы, блин, наркоманы. Вы вообще из чего слеплены? Из глины, что ли? Вас вдохнул жизнь Зевс, что ли? Как там? Слеплены из глины, блин. Так, все, ребят. Тихо, давайте сейчас погоня просто. Погоня, подожди, ребят. Ну вас в жопу, а. Я понимаю, что вы мне хотите накидать, короче. Ой, ты третий чувак, слышь вы. Бежим кросс, короче. Кросс. Так, все, ладно. Ё-моё, фу, здесь нельзя нарываться, короче. Просто давайте попробуем просто гиену сразу убить. Я не могу просто без того, что гиена здесь. Слышь, ты вот своих, да? Опа, на 10. А, можно держать. Сейчас сотку мне дали. Ух ты, два чувака. Ты видел? Да как это, чуваки, только одного начинаешь мочить, тут толпа. Это вообще какой-то мир гопников вообще каких-то. Какой хороший остров, это не хороший остров. Это бред. Так, стопы. Дай верблюда зафигарил. Вот сотку дали. А что здесь можно покупать? Да ты выслушал, откуда все?
Да как с этими людьми вообще справляться? Может, что-то купить надо? О, тут оружие есть. О, слушай, ну и фиг. А как его взять? Слышь. А как взять? Во! Хо! Теперь я с атакой, короче. What the fuck? Мне эти гопники сейчас просто замочат. Иди сюда. Слышь, жировлюга. Дай-ка я сначала. Сейчас начну жирафа мочить. За километр. Вот побежал. Че, братан его что? Так, тихо. Так, где эти люди? Или не люди, я вообще не понимаю, где. Вот тот. Да как так? 750 мани. Так. Катана. Блин, самые жесткие это, короче, мужики в трусах. Они, короче, валят вообще всех просто прям. Вася. Сейчас я гиену зафигарю, иди сюда. Вот, давай фармимся, фармимся пока. Пока эти не прибежали. Вот они. Да вообще капец. Вы просто видите вот этот вот трэш вообще, который здесь творится вообще. Я не понимаю. Давай-ка катану возьмем. Ты чё за людишки вообще? Это, блин, капец, это не люди, а... Блин, ты вообще звери, звери-люди. Слушай, так я тебя зафигарю, ты мне 150 баксов. Пьюжит горилла, ты представляешь, это царь зверей. Вот две гориллы. Три гориллы. Четыре гориллы. Как это вообще? Да вообще просто моральные выродки, но... Не хватает у меня денег. Катана, иди сюда. Опять гиена какая-нибудь сейчас побежит. Нельзя вообще никого бить, наверное. Дай тебе на жирафа сейчас. Иди сюда, жираф. Это, мне кажется, надо нафармить. Быстрее надо тебя убить. А то сейчас прибегут, короче, 50 человек. Че, бегут уже? Да ты слышишь, ты откуда пришел? Слушай, я завалил. Иди сюда, гиена. Пока не пришел человек в трусах, меня не завалил. Ой, я нафармился почти. Давай, давай, иди сюда. Где вы, гиены? Давай купим, короче. Пистолет. В цель. Тюри-ти-ти. А чё цель? А чё цель? А чё-то я не понял, цель быстро подвести пальцем. Давай сейчас мы... Давай, давай, иди сюда. Как ты вообще... Меня зафигарили, просто стоят. Нафиг мне эти пистолеты вообще. Самолет есть, короче. Скутер, грузовик, танк, ребята. Это, блин, ну-ка. Можно скутер? У меня нет денег. Ладно, давай пистолёту. Сейчас я вам, короче, закину. Слышь, как вообще в него стрелять? Блин, такое стрёмное управление сейчас. 10. Тык-тык-тык-тык-тык-тык.
Тут нельзя, короче, я понял, что здесь самое нормальное — это катана. Все, больше ничего вообще. Идем с катаны валить. Ой, что ты бросаешься? Людишки сейчас будем валить с катаны. Иди сюда, катан первого левела. Вот, раз, раз, по жопе. Он даже издалека фигарит, вообще пофигу. Видал? Где гиена? Он бежит. Так, все, мы, наверное, замочим. Я дальше, наверное, здесь не продвинусь даже. С такими вообще людьми. Тут вообще не люди. Иди сюда. А что там? А, второго уровня. Вот сам нормально, короче, катаны я буду. Второго уровня. Сейчас мы на фарме опять. Сейчас только опять гиен 500 штук, наверное. О, 72. Вот так вот, опа. Ну и где вы? Убьешь одного животного, короче, убегают эти телохранители. Где они? Иди сюда. Телохранитель. Иди сюда. Пока никого нету. Атя, быстрее фармимся. Фармимся быстрее. Пока не пришли 500 вообще головорезов. Представляешь, нет никого еще пока. Иди сюда. Опа. Все нормально. Сейчас мы нафармим самолет такими путями. Опа, она все, пошла жара. О, все, чувак. Горилла. Горилла бежит. Иди сюда. Ты слышишь, горилла? Нифига себе она. Опа, она, я две гориллы завалил, слушай. Так, давай-ка жизнь исполняй. Блин, слышь? Не, все, у меня капец. Не хватает чуть-чуть прям. До двушки. Леварвер. Да я что-то думаю, что леварвер, наверное, даже не нужен. Давайте посмотрим сейчас леварвер, короче, попробуем. Это жираф сейчас зафигарим и леварвер возьмем. Иди сюда. Это же хороший остров. Жираф, иди сюда. РПГ, вот мать вашу. Иди сюда. О. Так, купим. Нифига себе. Слышь, кукол. Ладно, ребят. Ну, на этом все. Я не знаю, просто вам понравилась эта игрушка. Ну, мне, в принципе, прикольно поиграть, я не знаю, как на ваш вкус, на этом наркомании, конечно, вообще лютое. Давайте, за обзор ставьте лайк и пока.